ответственное отношение к здоровью и своевременное лечение могут предотвратить развитие многих заболеваний. Такие проблемы, как кашель, боль, проблемы с желудочно-кишечным трактом, они знакомы практически каждому. 97% населения нашей планеты сталкивается с этими симптомами, ну, хотя бы один раз в год. И, конечно, это влияет и на настроение, и на самочувствие, и на эффективность. Это как снежный ком, который можно приостановить, своевременно начав лечение. И компания Sanofi делает очень много для того, чтобы увеличивать информированность людей о необходимости заботиться о своем здоровье и начинать свое лечение вовремя. Уже второй год компания Sanofi проводит исследование «Стань лучшей версией себя». Исследование о заботе о здоровье. Для того, чтобы понять, как люди относятся к своему здоровью, что для них важно, из каких источников они получают знания о том, как заботиться о своем здоровье. И также компания Sanofi делает все для того, чтобы продукты компании стали все более и более доступны для нашего населения. И это наш вклад в программу 80+.